Где творческой молодежи выставить картины, как избавить больницы от очередей за талонами или создать секцию по регби? Эти вопросы кандидаты в Химкинский молодежный парламент обсудили на встрече с политиками. Александр Смирнов, депутат Мособлдумы, и Николай Томашов, депутат Химкинского совета депутатов, ответили на вопросы о проблемах округа и своей политической карьере. Вая Чарагян – ученик 11 класса. 5 лет назад всерьез увлекся ММА. Смешанные единоборства требуют концентрации, чтобы вовремя нанести точный удар. Вот и на вопрос, зачем идет в политику, у парня точный ответ. Для развития спорта. Для меня это важно, когда молодежь сильная, здоровая. Это будущее наше здоровье. Вопросы будущих парламентариев коснулись всех сфер жизни – образования, культуры, здоровья, городская среда. Ребята представили и свои проекты. Среди них – создание путеводителя по достопримечательностям Химок и развитие доступного спорта. Мне очень понравилось, что ребята, которые пришли на встречу, они мотивированы. У каждого из них есть свой проект, с которым они идут в молодежный парламент. Каждый из них абсолютно четко представляет, что он будет делать в этом молодежном парламенте, что он хочет добиться, какой он хочет видеть результат. И это говорит о том, что у нас молодые люди в Химках, они неравнодушны. Выборы в молодежный парламент пройдут 29 ноября. Ксения Брагина, Николай Забруднин, служба новостей.